мало он находится 101 в рейтинге, это уже очень, ну, во-первых, это и по деньгам гораздо дороже стоит, вот МДК дороже стоит, с него уже, чтобы вы понимали, значит, каждая позиция в бокс-рэке, это прежде всего деньги. Если ты хочешь сбросить его вот с этого места, значит, ты хочешь занять его место и соответствующую, как бы, ценовую свою категорию. Угу. Вот, соответственно, этот боец, он у него, он мог просто огромный опыт. Просто огромный опыт. Это зрелый, очень сильный спортсмен. Кто входит вот в сотку, это уже ребята, которые вот прям такие зубастые, зубастые ребята. Что сказать про Андрея? Удивительная функциональная подготовка. Удивительно талантливый парень. Был чемпионом мира по кикбоксингу. Когда мы его тестировали, мы, значит, делали специальное медицинское тестирование. И вот его коэффициент обучаемости, он находится на уровне самых топовых спортсменов, с которыми мы работаем. Вот. Что это значит? Это значит, если мы ему дадим клюшку и скажем, забей в девятку, он первый раз попадется, а второй попадет именно в девятку. Понимаете, да? То есть это удивительный парень. Вот. Я думаю, что он одержит победу, и мы его ведем к титулу чемпиона мира. Вот. Надеюсь, у нас это получится через определенный, как бы, через определенный период времени. И я просто уверен, что у этого парня большой и огромный потенциал. У него есть слабые стороны, которые мы сейчас проанализировали и поняли. Ну, у каждого спортсмена есть слабые стороны, правильно? Да, да. Но да. Тем не менее, тот уровень специалистов, который сейчас будет с ним работать, он в ближайшее время это уберет. Поэтому запоминайте имя Сироткина Андрей. Он сам на ближайшее время будет, как бы, прям на мировых аренах. Он боксировал в Америке уже, у него в андеркарте Ковалева Сергея. У него было много боев там на больших шоу. Вот. Команда, которая сейчас собралась, она готова ставить перед собой самые амбициозные задачи и их решать. Вот так. Да, спасибо вам большое, Дмитрий, вам за ваше мнение.